вне корневую подкормку делать в один день. Расстояние, разница между двумя подкормками должна быть не менее 3 дней. Значит, для того, чтобы помидоры побыстрее зрели, им необходимо внекорневую подкормку сделать, чтобы был калий, марганец и кальций. Тогда помидоры, вот эти, которые уже налились большие, они начнут побыстрее созревать. Я думаю, что вам мои советы пригодились. Удачи!